Мої вітання усім. Ви в прямому ефірі першого міського проєкту «Інтерв'ю дня». У студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо спілкуватися з дуже цікавими людьми. До нас прийшли Ігор Рукавіцин, автор проєкту «Легенда про зниклих рудокопів», та Артем Короленко, актор. І говорити будемо про цікаву культурну подію. Я вважаю, що це подія для Кривого Рогу, літературного, культурного. Вийшло три частини, аудіочастини ось цього проєкту «Легенда про зниклих рудокопів». Вийшла отака от книжка, фоліант, можна сказати, такий дуже, до речі, гарної якості. За це окремий респект. Ну і про весь цей проєкт, тому що завдяки вам, Ігор, це, власне, і втілилося у життя, тому що легенді про рудокопів вже 20 років, і ось тільки зараз фактично вона якось вийшла в люди. Давайте спочатку. По-перше, хто автор цієї, що це, повість, чи це роман, чи що це таке? Да, мені дуже приємно, що ми сьогодні на першому міському презентуємо легенду о рудокопах. Это о пропавших рудокопах. Это, скажем так, первый криворожский графический роман, проще говоря, первый криворожский комикс, который сделан на основании пьесы, написанной двумя криворожскими авторами. Один из них Григорий Григорьевич Туренко, это известный криворожский поэт. Второй драматург Юрий Олейников, который долгое время прожил, проработал в Кривом Роге и в Киеве. Его на сегодняшний день уже нету в живых. Пьеса была написана 20 лет назад. И пьеса планировалась к постановке к 225-летию города. И вот эта пьеса, она стала таким толчком к развитию большого проекта, в который вошли на сегодняшний день часть, это графический роман, условно говоря, комикс, так проще говоря, сценические эскизы, аудиоспектакль и непосредственно сам печатный вариант пьесы. То есть книга, вот как она двухсторонняя, с одной стороны пьеса, 160 страниц, и 48 страниц – это цветная часть. Помимо того, есть ссылка на аудиоспектакль, в котором задействованы актеры Криворожского театра. А фабула изначальная, появление этой пьесы, это одна из таких криворожских баек. Ну, естественно, там, где есть какое-то промышленное производство, как у нас, да, добыча руды, существуют такие небольшие байки, которые там являются фольклором, подтвержденным, неподтвержденным. И вот основой байки было о том, что в 70-е годы несколько человек там из бригады, которые, как они говорили, засыпанной в до революции еще в шахте, вот их вроде как нашли в Прохоческом шурфе. Ну и, конечно, когда люди говорят там в 70-х годах, когда они говорили о том, что они из прошлого, естественно, их поместили как группу с групповым психозом, да, в психиатрическую лечебницу. И вот на основе... Это реальный выпадок? Ну, это вот такая криворожская, скажем так, это криворожская легенда, да. И вот даже в той части, где графический роман, от я взяв таким небольшим епіграфом, там мета книги створити легенду, адже немає нічого потрібного нам більше, ніж нові символи, легенди, засновані на принципах людяності, які є плоттю від плотті нашого життя. Тут ось така сьогоднішня легенда, скажімо так. Я, до речі, хочу, тут цікавий є документ у книзі, це рішення виконкому Криворізького, датоване 2000 роком, коли це дійсно було рішення міського голови дати хід, зробити виставу за п'єсою «Легенда про зниклих рудокопів», але так чомусь це і не зробили. Але все ж таки 18 років пройшло, і ми бачимо, що нехай трішки іншим, але все ж таки втілилося якимось чином у життя, і навіть, я б сказала, більш цікавим, тому що у таких форматах аудіоспектакль, комікси, книжка ось така солідна, ну, я думаю, що автори, принаймні, «Легенди про зниклих рудокопів» цієї п'єси, я вважаю, мають бути задоволені. Ну і до вас запитання, чому ви вирішили саме цій п'єсі приділити увагу? От ви обрали саме таку тему,
саме її? Знаєте, я очень, как бы, уже достаточно давно занимаюсь криворожской историей, занимаюсь и для себя, и есть такая возможность, публикуются и статьи, и книги, и я этим живу. И один из таких вариантов подачи информации в виде фантасмагории, но пьесы, которая основана в некоторых частях на реальных событиях, там, где авторы поработали с серьезными архивными документами, где авторы, ну вот в частности, там есть фрагмент НКВД, это встреча Вестника и вот начальника НКВД, да, и там основано на реальных событиях о том, что действительно директор завода Криворожсталь через некоторое время был репрессирован, арестован. Потом есть небольшое такое, главы называются «Правдоподобие», да, есть небольшое правдоподобие о подполье, и в том числе вот там фрагмента Уновского подполья в нашем городе, и Григорий Григорьевич, он встречался с дочерьми Казаченко, это вот герой-подпольщик, который до войны работал преподавателем украинского языка в школе, и действительно какие-то факты, они действительно отражены здесь, хотя большинство это вот, скажем, обыгранные мотивы, то есть мы не знаем, был ли там точно Махно в Кривом Роге, но вот здесь он присутствует, то есть на странице... Да, по мотивам, да, на страницах книги встречаются очень различные люди. То есть там есть и Вестник, и Казаченко, там и Махно, и Валявка. Ну, реальные исторические постати. И реальные исторические личности, которые были в Кривом Роге, и там действительные события. Вот, например, там некоторые события, они происходят в момент известного Криворожского бунта, да, это июнь там 63-го года. И вот там герои попадают немножко в такую переделку именно потому, что в городе идет зачистка после этого бунта. То есть связана правда с вымыслом, но связана таким образом, что она именно помогает вот этим вот рудокопам по воле духа времени перемещаться из времени во время. Артеме, ти вперше працюєш у такому проєкті, саме в форматі аудіоспектаклю? Ну, в принципі, да, в форматі аудіоспектакля це перший опыт. Да, перший опыт, ну, успішний. Які були очікування і що в результаті, от, які враження після? Ну, вже в процесі. Скажем так, як актеру немножко как бы непривычно без визуального какого-то ряда, то есть сидя за столом перед микрофоном, вот, читать пьесу. Хотя это очень достойный опыт в том плане, что вот, без визуального ряда нужно все это прожить, пережить и передать словом, интонацией. Вот, поэтому мені дуже понравилось. Хто ж, скільки людей озвучували? Це одна людина, це ти, чи це ще кілька персонажів? Да, ну, кожен озвучував свого персонажа. Угу. Я от Мітьку озвучував. Ну, актери, колеги мої теж озвучували, у кожного були свої ролі. Вот. І, в принципі, як ансамбль радіо, це судити слушателям. Да, я думаю, ми зігрались, да. Есть уже результаты, которые можно, в принципе, на Ютубе послушать, угу, посмотреть. А Игорь был присутник, коли саме в процессе запуска? Конечно, конечно, обязательно. Я хотел даже немножко добавить, знаете, ну, так как я, ну, работал как продюсерскую часть работы, да, выполнял там именно сам процесс записи, согласования с режиссером. Как каждый режиссер, у него свое видение, у писателя у него свое видение. Ну и, естественно, есть какая-то составляющая разумная, там, где нужно, ну, уравновесить там расходы, скажем, потому что это все равно все это расходная часть. Записывалось максимум 12 человек, притом есть такие фрагменты, где реальные музыкальные номера были, в частности, вот Юрий Тетимец, он приходил там на гармонии, играл там их «Яблочко», пел там в сцене, где ревком, это настолько натурально звучало, там сцена НКВД, тут я вам говорю, да, мне не один человек говорил, там, где актриса Мария играла Фишелевич, да, то вот там аж мурашки по коже идут, потому что, ну, действительно, вот настолько переживаются все эти моменты, и даже, я вам так скажу, не хватило, ну, одного озвучивающего роль, и
предложил мне Михаил Борисович Мельников там пару фраз, да, и мне настолько, знаете, понравилось, что уже на следующую озвучку мы договорились, то есть я уже попросил там роль прокурора, да, я попросил роль прокурора, проспойлерлю немножко, да. Як вас взагалі обирали людей, які будуть озвучувати? За якими принципами? Чи це було ваше от внутрішнє рішення? Чи хтось вам щось радив? Чи було якесь прослуховування або кастинг до цього? Ні, вони спеціалісти, всі це режисер. Наприклад, є Володимир Бездомников, це такі дідушки, всі такі. Це, ну, ви навіть услышите, це от, всі от ці леші озвучені. Ну, от у Артема, у нього, ну, действительно такой вот ведущая роль, и он чувствуется, потому как нужно не просто прочитать, а там идет масса звуковых эффектов, там стук в дверь, там наливание в стакан, там кто-то открывает, скрип, звонок, и вот с паузами совсем, это все подбирал Михаил Борисович Мельников. Нужно попасть. Да. Режиссировал все это. Да, режиссировал. Здесь даже вот еще, когда готовил книгу непосредственно Туренко, то он даже представил на одной странице такую таблицу. Это максимум о том, чтобы не больше 7 актеров исполняли вот по разным правдоподобиям вот эти роли. Но когда писалась пьеса 20 лет назад, многие из тех актеров уже, ну, на сегодня, скажем так, по возрасту не подходят. Там тот же Полубоярцев, ну, поэтому молодежь этим занимается. Но есть проблема с молодежью, не все знают, что такое ревком, не все знают, что такое НКВД. То есть нужно немножко углубиться в тему, да. Окунуться в историю. Да, и в этом плане, например, тот же самый вот графический роман, как комикс или сценические эскизы, они наглядно помогают эту картинку вот сразу увидеть. Є вже три аудіочастини, скільки всього їх планується? Планується 11, к сожалению, они не все, знаете, вот такие медийные, потому как есть такие вот очень удачные, как говорят, есть удачные и есть очень удачные. Вот, например, Ревком там очень удачный, там есть сцена с революционными матросами, там эта песня идет, есть сцена с цыганами, там очень хорошее музыкальное такое сопровождение, там каждый начало, конец фрагмента есть с музыкой, а есть такие более разговорные, диалоговые, где, ну, вот, ну, не заскучает, как бы, да, человек, но сегодня другое восприятие информации. Здесь сегодня динамики нету. Да, вот ты, например, если ты 10-15 секунд, тебе уже не интересно, то есть вероятность о том, что человек может, ну, недослушать, да, просто не дослушать это. Хотя вот это вот хороший стимул, толчок, например, тот же самый комикс или тот же аудиоспектакль к прочтению самой пьесы. Потому что на сегодняшний день сесть и читать 160 страниц, при том не всем привычна, как бы, пьеса. В эпоху Инстаграму. Да. Когда мы привыкли визуальные... 3-5 речень, да, абзацы. Визуальной картинкой вот передать массу, да. Поэтому в таком формате. И еще плюс радио, да. Со всех сторон. До речі, а не було ідеї зробити от саме спектакль, власне? Тому що є актори, є театр у нас. Все ще впереді. Якимось чином проинициировать. Смотрите, на сегодняшний день, как бы, вот мы немножко разделили продвижение этой пьесы, да, то есть я со своей стороны занимаюсь той частью, которая вот, ну, авторство у меня, да, это вот графический роман и сценические эскизы, да, там работали два талантливых художника, один из них Криворожский Иван Агеенко, кстати, вот во второй половине июня я планирую провести выставку его графических работ, помимо этого вот идет работа над аудиоспектаклем, идет продвижение там в сети интернет, будет книжка заявлена на раз в год, проходит такой всеукраинский фестиваль комиксов, все-таки, да, когда... И вы там плануете... Да, я планирую тоже ее выставить, представить, да, при том, что небольшой тираж, всего 350 экземпляров. Например, Григорий Григорьевич занимается немножко другим. Он сейчас начал по библиотекам проводить презентации именно пьесы. То есть мы с разных сторон движемся, но движемся к одной цели. Поэтому вот на сентябрь ориентировочно запланирована большая презентация. И в том числе запланирована на этой презентации, если все будет хорошо, на малой сцене театра с
проигрыванием двух или трех сюжетов. То есть не полностью, ну вот как такое попурри для того, чтобы познакомить зрителя, для того, чтобы актеры тоже вот попробовали себя. Визуализировали. И особенно после того, как они уже познакомились с пьесой, потому что они, это репетиция, это начитки, потому что ну, просто так прийти, прочитать, ну то есть за всем за этим стоит большая работа. То есть оно все кажется таким, знаете, простым и легким. Клацнул на YouTube, посмотрел, ага, там какие-то голоса, немножко музыка, но за этим всем сидит кропотливая работа, какой звук, какая музыка, чтобы не очень ну, долго по времени, чтобы в то же время раскрыть тему, поэтому... Ну... Отношения между персонажами. А ці три частини, вони взаємопов'язані між собою, чи можна слухати окремо третю, а потім першу, чи це як такий... Ну, в принципе, эти части связаны, но они связаны переходом от одной к другой. Вот. Но это, вот как сказано в пьесе, то есть это получается, ну вот, как новеллы, скажем так. Да, это небольшие новеллы, но нужно для этого, там есть такой пролог, то есть понимать фабулу. Фабула в том, что в 908 году трех рудокопов засыпает в шахте, на их мольбы отзывается горный дух, это тоже вот такая вот, знаете, да, это вот тоже такой персонаж, который присутствует в мифологиях различных народов. Притом там, где горное производство, это и в Австрии, и в Германии, по-немецки это Сейнгейст, да, то, там, дух времени. Так, потому что это слово я бачила, до речи, оно здесь, вот, да, часть первая. То есть, знаете, это вот в духе графических романов, когда говорят, что есть часть первая, и даже здесь есть небольшой спойлер на часть вторую, ну, может быть, она будет, смотря... каким, скажем так, насколько будет воспринят этот роман, или графический, или вообще. И вот есть уже как бы там заготовка на то, что... Персонажи те же, ситуации разные и время разное. Поэтому ну, персонажи узнаваемы в любой, ну, в любом отрезке. Но сама ситуация и само время разное, поэтому... Желательно сначала. Желательно сначала, да. Но можно каждую отдельно, потому что вот именно они три, втроем, их три типа. Это вот герои, вот Вахрушев Алексей, это вот герой, это тот, который их движет. Есть там такой дедушка, это Бездомников Владимир, которого играет. Он покорен судьбе, то есть у него на все это помолиться. И есть Тихон, такой вот, ну, работяга, скажем. Это, знаете, это классический набор таких героев для различных, то есть... Герой, работяга и ботан, да, ну вот оно, ну, проще для говоря, такими, анекдотів, да. Так і, власне, да, для коміксів, да, та таких, да, історій. На який ви взагалі сподіваєтеся, от відгук, чого чекаєте, чи, можливо, не чекаєте? На яку аудиторію розрахована вся ця робота, яку ви велику таку зробили? Ви знаєте, звісно, хотілося б, щоб привлечь найбільше людей і найбільше внимания, от для того, щоб обратили внимание на наш город, на нашу історію і от на какую-то даже наявність таких от легенд, которые могут действительно стать городскими символами, городскими легендами і продовжить какую-то свою дальнейшую жизнь. У меня старшому сыну 17 лет, он давал советы, потому что, ну, пришлось прочитать три самоучителя для того, чтобы заниматься комиксом. То есть это раскадровка, это переход из действия в действие, это вот эти вот пузыри, где идет... То есть это целая субкультура, там, где она принята там в Америке. Ну, вы свідомо так зробили власне в вигляді коміксу, щоб привернути більше уваги? Це простіше сприймається, ніж, да, просто Изначально начали рисоваться сценические эскизы, и они должны были дать визуальный образ для каждой сцены. То есть для того, чтобы читатель не вчитывался, там в центре зала там стол, за столом сидит тот-то, одет в тот-то, тот-то. Ну, то есть такие сопроводжувальные картинки. Да. Чтобы опустить ремарки, да, есть сценические эскизы. Дать картинку, ты посмотрел. И потом идея с сценическими эскизами показалась хорошей, но они оказались статичными. И вот захотелось их немножко привести в движение. И вот движение — это комикс. И вот, знаете, мой 17-летний сын, он там в восторге был от этого всего, показывал там друзьям, но сказал: папа, мало, я бы хотел бы вот, чтобы развивалась история. Я говорю: очень дорого, потому что каждая полоса — это затраты, это художник, это цветная печать, все. Я говорю: если тебе интересно, читай, обращайся к пьесе, обращайся к первоисточникам. Те люди, которые приводили детей на вот эти презентации,
презентации там в библиотеках. Знаете, дети потом там спрашивали родителей, родители звонили, говорят, ну вот, когда они смотрели эти фрагменты с YouTube, а когда будет следующий мультик, да, вот они воспринимали там, хоть это и статика, меняющиеся картинки. Але зацікаво. Да, они заинтересовались, поэтому идея привлечь вот таким вот хотя бы способом внимание к истории Криворожья, как можно более широкую аудиторию, молодежь, юношество. Конечно, у нас Криворожский театр, очень много поклонников театра. Идея с аудиоспектаклем, это для более такого, знаете, и зрелого поколения. Если бы вот там была возможность, например, через тоже радиоэфир потом уже запустить, да, вот, вот эти вот блоки. Ну, я думаю, все, да. Можливо, втілиться у життя, я вам цього щиро бажаю. Книгу, я так розумію, можна побачити в бібліотеці, почитати, переглянути. Так, вони постійно будуть передаватися, да, в бібліотеці, ці книги. Я дякую, на жаль, час ефіру вже вичерпано. Думаю, що ми ще побачимося з цього приводу, і з приводу презентації вже такої більш вересневої, загальної, так, масштабної. І нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту «Інтерв'ю дня» були Ігор Рукавіцин, автор проєкту «Легенда про зниклих рудокопів», а також виконавець однієї з аудіорелей, актора Артем Короленко. У студії працювала Наталя Болдинська. Долучайтеся до прекрасного і до зустрічі на першому міському.